Краска – один из самых необходимых материалов при ремонте. Ею окрашивают стены, потолки, оконные рамы, двери и даже бетонные покрытия. Применяют краску как внутри помещения, так и на фасаде. На сегодняшний день рынок лакокрасочных материалов – один из самых обширных и многообразных. Все строительные краски имеют свою точно определенную формулу, от которой зависят их свойства. Поэтому, чтобы применить краску правильно и строго по назначению, необходимо знать ее состав и понимать, как влияют входящие в нее компоненты на свойства образующегося покрытия. Возьмем, к примеру, краску акрилатную «Рельеф». Структурная краска «Рельеф» представляет собой однородную, не расслаивающуюся массу, компоненты которой – акрилатная водоэмульсия, адиативы, мраморная мука. Мраморная мука является компонентом, который позволяет создавать разнообразную структуру, за счет чего эта краска является индивидуальной в своем роде. Вне зависимости от состава краски, к современным декоративным покрытиям предъявляется ряд общих требований. Они должны быть экологически чистыми, быть удобными в нанесении, легко поддаваться сухой или влажной уборке. Кроме того, ко многим видам покрытий предъявляются специальные требования, такие как повышенная износостойкость в помещениях с большой проходимостью, влагостойкость при использовании в санузлах, на кухнях и так далее. Акрилатная краска «Рельеф» отвечает всем этим требованиям. Преимуществами структурной краски являются водоотталкивающие свойства, возможность создания разнообразных гаммок цветов, то, что возможно создание разнообразных структур желаемых и эстетичность. Область применения краски «Рельеф» – это декоративная отделка наружных и внутренних минеральных поверхностей – бетон, штукатурка, гипсовая или цементная. Важно отметить удобство применения этого материала. Для этой краски не нужен растворитель. Она разбавляется обыкновенной водой. Руки, заляпанные краской и инструменты, легко и быстро очищаются при помощи той же воды. Краска «Рельеф» имеет эстетичный внешний вид, ее можно колеровать, то есть придавать ей необходимый цвет. Кроме того, химическая структура этого вида материала такова, что позволяет окрашенной поверхности дышать, а это в конечном итоге сказывается на микроклимате в помещениях.